Гора Геллерт – высокий холм на правобережье Дуная и одна из достопримечательностей венгерской столицы древнего города Будапешта. Гору назвали в память о католическом святом и просветителе Герарде Венгерском – Геллерте, который по преданию погиб на этом месте в 1046 году от рук язычников. У подножья холма находится самая известная венгерская гостиница – отель Геллерт, а возле него оборудован причал для речного транспорта, которым любят пользоваться и горожане, и туристы. На площади перед отелем находится почитаемый местными жителями источник целебной воды. На вершине горы Геллерт расположена мощная крепость Габсбургов, построенная в середине XIX века. Массивные серые стены занимают практически всю верхнюю часть холма, а возле них работают кафе и сувенирные киоски. За цитаделью находится отличное место для прогулок – живописный зеленый парк с детской площадкой. А если спускаться по склону в сторону крепости Буда, то можно увидеть колоннаду и памятник епископу Геллерту. На горе Геллерт установлена статуя свободы, ставшая символом освобождения страны от фашистов. Монумент в виде фигуры женщины, держащей пальмовый ветвь в поднятых руках, поднимается на высоту 14 метров. С верхней точки горы Геллерт, 235 метров, открываются панорамные виды на улицы и кварталы столицы Венгрии, долину широкой реки и красивые мосты через Дунай, которые связывают две половины города. Неплохая смотровая площадка расположена на обрыве у креста. С нее прекрасно видно мост Свободы, а также разноцветные крыши центрального рынка.